Сейчас, через полчаса посмотрю после интернет-блогеров. Давайте. Подождут. Есть сайт Центра Сберкома. Штука полезная, популярная. Ну, 65 тысяч заходов за неделю. Первое место среди политических сайтов России. Но, на мой взгляд, для молодежи сайт дико скучный. То есть это сайт для политологов, политиков, экспертов, правозащитников, кандидатов любимых. Но не для молодежи. Я решил, что надо поучаствовать и в живом журнале. А тут как раз совпало, что я эту идею предложил обсудить в радиоэфире Русской службы новостей. И туда пригласили блогеров. Однажды меня позвали на радио Русской службы новостей. Там была программа, на которой должны были обсуждать тему интернета и выборы. Это авторская программа с Евгением Чуровым, Владимиром Евгеньевичем Чуровым, команда ЧЕ. И вот они долго искали каких-то умных их, продвинутых блогеров, которые разбираются в интернете, да еще и в политике. Вот, позвонили мне. Мне позвонили из радио Русской службы новостей и пригласили поучаствовать в передаче «Команда ЧЕ». То есть впоследствии мы поняли, что передачу эту ведет Владимир Евгеньевич Чуров, председатель Центра Сберкома. Он говорит: ребята, а вы так классно разбираетесь в интернете, а вот у нас выборы. А мы из Центра Сберкома вообще в интернете мало чего смыслим. Ну, но при этом хотим, чтобы молодежь на выборы как-то пошла. По крайней мере, была информирована о том, что там происходит. А вы владеете нормальным для интернета русским языком. Так давайте, вот не хотите ли попробовать что-то сделать вместе со мной? Мы с ними подружились, и они открыли Изберком. Было очень странно, на самом деле, что, казалось бы, такое легкое название, да, оно не занято, потому что подобрать нынче в живом журнале себе никнейм довольно-таки сложное занятие, потому что там людей уже миллионы и миллиарды. А Избирком казался совершенно свободен. Круто. В общем, нам предложили стать информационным мостиком между блогерами и чиновниками из Центра Избиркома. И нам, что называется, дали на откуп вот эту область. Это сайт, во-первых, для политической молодежи, молодежи, увлеченной политикой, но не только. Это, скажем так, связь с Центром Сберкомом. Не то, что мы такие большие люди, нет, но мы можем, по крайней мере, передать вопросы людей Владимиру Евгеньевичу, он на них может ответить. Кто-то может выложить пост на тему, что какая-то партия нарушает в их регионе правила предвыборной борьбы, или пожаловаться непосредственно напрямую Чурову о каких-то правонарушениях. В основном часто задают вопросы самому Владимиру Евгеньевичу или рассказывают какую-то историю, после которой звучит какой-то вопрос, да, требующий ответа со стороны Центра Сберкома, естественно. Я думаю, что это сайт вообще для всех, кто хотел бы, наверное, найти себя в современной жизни. Потому что современная жизнь без политики, наверное, невозможна. Даже в интернете. Политика достала по телеку, по радио. Вот был интернет, такая более-менее свободная зона, где как-то ею сильно не пахло. Но и она сюда пришла. С одной стороны, это плохо. Но с другой стороны, то, что происходит на улице, да, это тоже политика, и от нее не уйти. Когда я пришла в ЖЖ, он уже был политизированным. То есть я не наблюдала какой-то такой стадии не политизации к политизации. Да? То есть я пришла, там уже было много политики. Собственно говоря, я туда пришла из-за политики. Самое крупное сообщество на политическую тему – это RuPolitics. Там примерно 4000 человек. В нашем сообществе сейчас где-то около 350 человек. Точное число назвать не могу, но около 400-500 людей его используют как метод, собственно говоря, сообщества, чтобы писать туда. Они туда пишут. Сколько людей его читают, вот насколько видим мы,
опять же, около 400-500. Но сколько людей туда заходит, мы не знаем. Политика интересуется там, к сожалению, или к счастью, не знаешь, как так сложилось, не так много человек. И политически озабоченный юзер – это определенная такая прослойка, да? И вот в этой части наше сообщество, оно известно. Мы не стали ставить счетчик рейтинг Яндекса на это сообщество, не наблюдаем, на каком оно месте, сколько читателей в день, то есть, ну, это как-то, ну, зачем? Как известно, революция делает меньшинство, активное меньшинство, так и политику, так и погоду, даже в интернете делает активное меньшинство. И вот это активное меньшинство, оно представлено. После того, как мы на пресс-конференции объявили, что у Владимира Евгеньевича есть свой ЖЖ, у нас в сообществе появился некий юзер под ником Чуров. Естественно, этот человек привлек на себя внимание, потому что все думали, что это и есть Владимир Евгеньевич, но это не он. Все, что там под именем Чуров, это все фальшивки. У меня ник совершенно другой, не связанный ни с моим именем, ни с моей фамилией, ни с фамилиями моих родственников и именами моих родственников, никак не связан. Он, собственно говоря, завел свой никнейм, который я не назову. Вот, и иногда тоже комментирует и отвечает на вопросы более грамотно, естественно, каким-то таким языком, чтобы не выдавать себя, что вот он есть Чуров. Когда я уйду на пенсию, а они состарятся, вот тогда я расскажу. Стареньким юзерам, стареньким замшелым, пенькам, седым, таким же, как я, мы соберемся у костерка, включим монитор. И я скажу, вот это мой ник. Я никогда не ожидала от Центра избиркома, что работает он круглые сутки. То есть, когда мы попадаем в Центр избирком на какие-то заседания или на встречи с Чурным, мы оттуда уходим за полночь. То есть, за нами просто ключиком так аккуратненько закрывают дверку. Между прочим, они бывают вот в этом кабинете, только они бывают на некоторых мероприятиях, поэтому материал бывает совершенно эксклюзивный. Журналистам официальных изданий такое не снилось. Ну, что быть как-то есть. Когда ты имеешь дополнительные входы во властную структуру, это всегда в плюс. Так что не зря блог свой веду. Если от него какая-то такая польза. Мы не будем прикрывать сообщество точно до президентских выборов, а будет ли оно работать после, я не знаю пока что. Ну, опять же, если народ останется, то почему бы нет? Насколько я знаю, вообще никто в других странах подобным не занимался, да? То есть я понимаю, что мы какую-то историю уже вляпли, в кавычках. Вот. И непонятно, что из этого выйдет дальше. Но очень забавно и интересно быть первопроходцами. Когда идешь, не знаешь, что из этого получится.